КАМАЗ – это лучшая команда, но наши сегодня сыграют ничью. В это верили, честно, не все. Может, потому и шли болеть за «Динамо» лично. Это первая игра с болельщиками. Но трибуны не полные, не шумные. Выкрикивали замечания и нашим, и вашим. Игра непростая, ни эмоционально, ни физически. КАМАЗ – фаворит нашей группы ПФЛ. Пока ни одного проигрыша. Но первый тайм прошел слишком мирно. Барнаул по активности немногим уступал набережным Челнам. Голкипер «Синих» раз за разом спасал ворота, но не таких атак боялись от КАМАЗа. Идет ровно, идет туда-сюда, в общем, идет игра. И... Ну, я не знаю, я думаю, сейчас во втором тайме что-то изменится все-таки. С вашей стороны. КАМАЗ проиграет. У нас сейчас тоже бодрые выйдут ребята. Да. «Динамо» вперед. У нас защита хорошая. Да. Ну и полузащита. Нападение. При удаче забиваем. Но насколько улыбнется удача, еще никто не знал. Сначала Барнаул выстоял в пенальти, после «Синие» стали чаще бывать у ворот набережных Челнов, и на 67-й минуте это сыграло. А второй гол превзошел все ожидания. Пасуя, КАМАЗ пробил сам себе. Недочетов было много, позже скажет главный тренер. А вообще, выиграть им помешало плохое поле. Может быть, и хорошо, что это все в одной игре произошло. Надеюсь, что в дальнейшем еще раз мы не будем таких допускать ошибок. Недооценки не было. И по большому счету от нас все зависело. Только от нас. Динамовцам оставалось продержаться, хотя болельщики требовали третий мяч. И он был. Знаю, может быть, я пока на эмоциях, что все-таки свистки были часто все-таки, мягко сказать, в одну сторону. Судья увидел нарушение правил и назначил нам пенальти. КАМАЗ открыл счет 2-1. Богдан Корюкин не сдержался. За неспортивное поведение получил вторую желтую карточку и отдал форму. Всю следующую игру ворота «Динамо» в руках Даниила Гавиловского. Вратарь, конечно, сегодня сыграл просто прекрасно. В любом случае, как бы, в команде у нас выходит сильнейший, как бы, и, я думаю, это шанс как раз проявить вратарю. Вратарская доля такая, что порой приходится сидеть и по 2, и по 3 года некоторым, допустим, ждать своего шанса. Вот следующая игра, как раз это момент, когда Данилу проявить, опыта у него не занимать. В четверг Барнаул встречает ижевский «Зенит». После победы над КАМАЗом «Динамо» поднялось в турнирной таблице с 9-й строчки на 7-ю. Анастасия Дороган, Илья Халяпин, «День с толком».